Здравствуйте, дорогие зрители. Максим ответил, на что? На сплетни. Я вам зацитирую этот ответ. А вы мне напишите в комментариях, правильно ли он поступил. Я не инстаграмная личность, если честно. Мне никогда не было интересно выносить ссоры из избы, участвовать в сплетнях, кого-то обсуждать. Я искренне хотела оставить все как есть и жить дальше. Но чувствую, что у меня определился определенный долг перед вами, перед той аудиторией, которая смотрела весь сезон, переживала, подбадривала, писала хорошие, добрые слова. Еще раз хочу сказать вам огромное спасибо. Извините, если не оправдал чьих-то ожиданий, не выбрал понравившуюся вам участницу. Что-то сделал или не сделал, но только я в ответе за все свои решения и действия. Честно, я не хочу этого хайпа, как хотят его другие. И, как видите, не все так плохо у всех. Я бы даже сказал, очень хорошо. Хочу обратиться к людям, которые со мной от начала до конца. К людям, которые умеют слушать, слышать, понимать и не строят догадок, не перекручивают информацию, не держат зла на то, что я поступил так, как считал нужным. Раньше у меня было всего лишь 800 подписчиков, моих друзей и знакомых, и вмиг вас стало больше 200 тысяч, таких всех разных, собственными интересами, судьбами, жизненными целями. Я благодарен всем, кто проживает свою жизнь и не обсуждает мою, кто со мной, несмотря на мой выбор и симпатии. Хочу сказать вам огромное человеческое спасибо и пожелать, чтобы у вас все было хорошо. Вот это написал Макс у себя в Инстаграме. Жду от вас пальчики вверх и до новых встреч!